Ведь не зря говорят, что женщины очень хитрые, найдут выход из любой ситуации и тем более найдут применение любой вещи, которая остальным кажется бесполезной. Сегодня я хочу показать вам несколько хитрых лайфхаков. Вот, например, что делать, если новая обувь сильно натирает, а лейкопластырь не спасает. Знаю, что с этой проблемой сталкиваются абсолютно все. Попробуйте заменить его на обычную гигиеническую прокладку, отрезав небольшой кусок. Она мягче и плотнее, что позволит забыть об этой проблеме и не ощущать дискомфорт. Также небольшой кусок от прокладки можно использовать как мягкие подушечки, чтобы ноги не скользили в босоножках и туфлях на каблуке. Заметили в шкафу неприятный запах? Эту проблему также решит обычная прокладка. Также этот способ позволяет наполнить весь шкаф вашим любимым ароматом. Необходимо просто нанести на поверхность духи или любое эфирное масло. Аромат держится долго и каждый раз будет радовать вас при открытии шкафа. Впереди жаркое лето, и чтобы избежать неприятных ситуаций, предлагаю следующий рабочий способ. На рубашку в зоне подмышечных впадин необходимо прикрепить прокладки, которые не будут заметны окружающим, а вас спасут от дискомфорта. Способ отлично выручит на деловых встречах или, например, на свидании. С этой проблемой точно сталкивалась каждая женщина при носке бюстгальтера. Способ с прокладками в этом случае может спасти от нескольких проблем одновременно. От натираний косточек бюстгальтера, а также выручит в сильно жаркую погоду. Отрезаем два небольших кусочка и прикрепляем в проблемные места. Такие способы правда помогут избавиться от дискомфорта и спасут во многих ситуациях. Друзья, поделитесь в комментариях, как вам такие лайфхаки и стали бы вы использовать их в жизни.